У многих пород собак с излишне шерстяными лапами существует проблема налипания снега между подушечками. Вы можете замечать вот такое поведение, когда собака резко останавливается и начинает снег выгрызать. Это не капризы, налипший снег действительно травмирует лапы, появляются вот такие ранки, трещины между подушечками. Здесь они совсем маленькие, но принцип вы поняли. На прогулке это не проблема, а на охоте сильно снизит эффективность собаки. Я применяю воск для лап, выбор огромен, можно взять в любом магазине. Мой оказался не очень удачно, он с запахом, старайтесь выбрать без запаха. Перед выходом жирно промазываем пространство между пальцами и снизу и сверху. Видите, на задних лапах такая же проблема. Повторюсь, это не защита от реагентов, это защита от намерзания снежных комков между пальцами. В случае защиты от реагентов мы бы мазали всю лапу вместе с подушечками. Можно немного состричь торчащую шерсть, но между пальцами обычными ножницами выстричь ничего не получится, снег все равно будет липнуть. Мне для решения проблемы достаточно вот такого способа.